Всем привет, друзья, с вами Эрнест, я продолжаю играть на Arizona RP Saints Row, а сразу извиняюсь за качество звука, пацаны, это связано с тем, что у меня сломалась внешняя звуковая карта, кто знает, тот поймет, что это, на днях уже должна прийти новая, поэтому, надеюсь, вам не слишком будет резать уши звук такой, и вы поставите все-таки лайк и подпишитесь на канал за то, что я сейчас вам покажу такое вот охуетическое обновление, которое вышло сегодня. После рестарта, я так полагаю, февральское обновление на Arizona RP, то есть вы уже, наверное, видите что-то новенькое. Сейчас перед нами это центральный рынок ВВС, да, который был раньше. Тут очень глобальное обновление, выставили палатки. Обзоры еще в группе Arizona я не видел, поэтому приходится самому разгадывать, что, кого, что тут происходит. Вот можно, собственно, создать палатку. Я уже это пробовал. Так, давайте арендуем палатку. Я ее арендовал за 500. Давайте введем название. Эрнеста Шоп. О, так, давайте выберем цвет, какой-нибудь фиолетовый. Ну-ка, давайте посмотрим, как она выглядит. Во, Эрнеста Шоп, нормально. Товары я уже продавал. Я уже продал где-то на 2 миллиона товаров или на 1,5. Ролик вы сейчас увидите на экранах. В принципе, вот здесь я тоже арендовал палатку. Это я пробовал без записи, просто как кого. Так, вот, я уже продал 500 мешков. И тыквы, то есть тыквы у меня купили за 1 миллион, 100 штук, я их выставлял за 10, ну в общем вы все на ролике видите. Добавить товар, допустим, вот новогодние мешки, у меня сколько? Я же семейные талоны продал, дурачок, за... Так, давайте сейчас поставим сколько? 50, ну допустим вот 20 мешков, ой нет, добавить, мои-то, блять, добавить товар, вот. Новогодние мешки, 20, например, за 3000. За 3000 один выставим, все, я добавил товары, вот смотрите, мои товары появились. Новогодние мешки, количество 20, цена за одну штуку 3000. И справа в углу, ой, вот у меня появились, кстати, такие корзиночки, типа товар выставлены. Вот справа вот иконочка, рамочка, там высвечивается ник и кто сколько что купил, за сколько. Ну, короче, вот, вы поняли принцип рынка этого, все, я это все убираю, мне, в принципе, это уже не нужно. Я уже заработал, тут сказать можно 2 миллиона почти, так что мне хватит, все. Тут можно семей, все что угодно, аксессуары, с рулетки то, что вы выбили, можно продавать. Можно продавать всякие новогодние мешки, когда есть, там, тыквы, не знаю, бегите сюда, у кого есть. Вы здесь реально можете поднять бабок, вот, реально советую. У вас, кому, вот, маленькая подсказка, что проверить, give мешок написать и... То есть с обновления новогоднего они должны были остаться. То есть вот так вот делаете, смотрите, у вас нет мешков. Пишите количество и можно так проверить, самому себе передать, проверить, сколько у вас есть мешков. Вот, маленький лайфхак, так сказать. Ну все, идем, приступаем к обзору следующего обновления. Донат, допустим, да, донат. И купим gold рулетку. То есть gold рулетку мы купим сейчас с вами одну, попробуем. Так, все, теперь давайте введем MN. И прочитаем, в принципе, еще раз про обновление. Так, где она? Ежедневная рулетка, вот. То есть можно бесплатно крутить рулетку, это найс, да. У меня есть один прокрут золотой, так как я ее купил в донате. Вот, а вообще бесплатно можно зарабатывать, просто играя на сервере. Это очень круто. Так, давайте перейдем. И, собственно, вот эта рулеточка. Вот эта рулетка. Так, давайте выберем gold. А также можно... Так, стоп, вот, тут какие-то призы. Ну, давайте прокрутим. И вот... Прошел прокрут у нас. Смотрим, что нам сейчас вообще выпадет. Это я не знаю, что это такое. Такие значки сохранения. Это деньги, наверное. Это тоже какие-то деньги. Короче, непонятно. Ой, потратил 150, а получил 85. Ну, такое себе, знаете. Ладно, давайте еще раз сейчас. Просто у меня тут лежат деньги на Twin Turbo. Я еще не знаю, пока на какую тачку потратить. Ну ладно, еще можно потратить, в принципе, пару раз, наверное. Так, давайте еще куплю 2, так и быть. Все, купил 2, все, это точно уже конец, предел всему, что может быть, так, и все, давайте ведем MN, ежедневная рулетка, так, у меня 2 прокрута, 2 прокрута, так, о, обновил рулетку за, ничего не понял, конечно, что я сделал, но давайте прокрутим, если выпадет султан, это будет круто, ну блин, ну давай, может какой-то баг, не знаю, недоработки, хотя это вряд ли случится. Только не вот этот значок, мне кажется, там что-то не очень хорошее. Вы получили 50 тысяч, серьезно? Серьезно, 50 тысяч? А, можно обновить рулетку за 0 ас.
Скейт, давайте еще обновим. Еще обновим, давайте пока что-нибудь нормальное не выпадет. Гитара есть. Блин, я не знаю, тут столько денег. Ладно, о, Хотринг, ну-ка, пошла рулетка. Ну, пока ничего такого я не выбил вообще, я просто ушел в жесткий минус сейчас. 2 XP, блять, ну вы серьезно что ли? Вы серьезно? 2 XP? Это что, прикол какой-то? У меня все-таки за это, походу, списалось. У меня, походу, списалось за то, что я обновлял рулетку. Все, давай. Сейчас, если опять XP падает, я в шоке буду. Но вот это мне, кстати, не очень нравится рулетка. Та была намного лучше, по моему мнению. Пишите в комментарии ваши мнения все по поводу этого обновления. Но вот рынок – это годное обновление. Круто. Спасибо. Спасибо, рулетка. Спасибо, Аризона, за то, что мне дала такие крутые призы. Я проебал просто 1000 аскоинс. В никуда. В никуда просто. Вот просто в никуда их проебал. Вот рынок, это довольно-таки круто. За рынок можно просто поставить лайк. А рулетка, я пока не знаю, что это такое. Надеюсь, админы там что-то доработают, шанс. Ну, бесплатная рулетка, это да, согласен, круто тоже. В общем, это была первая часть обзора обновления. Давайте соберем 100 лайков, и я выпущу сразу вторую часть обновления. То есть там уже посмотрим остальные крутые обновления на Аризоне. В общем, с вас, пацаны, лайк, подписку, колокольчик. Ну а с меня вторую часть обновления и вообще годные видосики. Надеюсь, к тому времени уже успеет прийти моя внешняя карта звуковая. Поэтому давайте, пацаны, не прощаемся. Точнее, пацаны, прощаемся. Всем до скорых встреч. Пока-пока, друзья.